Здравствуйте, Роман. Это видео про ваш переходник с одуванчиком. Я наклеил, как видите. Красная точка на переходнике абсолютно не в правильном месте. Советую ее затереть, закрасить черной краской и сделать красную точку напротив среднего контакта одуванчика. В этом случае покупателю будет проще ориентироваться, потому что иначе, если он начнет вставлять переходник по красной точке, он может легко сломать одуванчик. Итак, вставляем в камеру. Я запрограммировал под Гелиос 44 серии, 58 мм фокусная и диафрагма от 2 до 16. Если вы его на другой какой-то объектив хотите установить, значит, перепрограммируйте. Все целое, все работает. Дополнительно я укрепил одуванчик с помощью жидкого пластика и черной автомобильной краски. Сейчас я все упакую и отправлю вам. Спасибо за внимание.